Лосяш, да меня вообще там не было. Она как жахнет. А кто ж телескопы на дороге-то расставляет? Лосяш, а ты чего такой спокойный? Если вы, мой друг, последуете по моему пути, вы тоже обретете спокойствие. А что за путь-то? Секреты йогов, да? Да ничего подобного. Просто я застраховал свой дом и научное оборудование от неуравновешенных кроликов. Если с ними что-то случится, страховая компания возместит мне убытки. И теперь спокойствие поселилось в моем сердце. Лосяш, страховка не вариант. Я вот ежика послушал и застраховал свой дом на случай метеоритного дождя. Очень предусмотрительный шаг. Застраховал, ждал, беспокоился. А дождя-то и не было. Только зря деньги потратил. Страховка, друг мой непросвещенный, это не инвестиция. Она не должна давать прибыль. Она должна давать спокойствие. О! Ёлки-иголки! Дождь! Метеоритный! Вам не о чем беспокоиться, друг мой забывчивый. Ведь вы застраховали свой дом, помнится, как раз на случай метеоритного дождя. А, точно! Точно! Чувствуйте, как спокойствие наполняет вас от хвоста до кончиков ушей. Чувствую, учитель. Ёлки-иголки, у меня ж там шалаш во дворе остался, незастрахованный. Шалаш – это не дом, его восстановить не так сложно, так что лучше вам вдохнуть поглубже, расслабиться и успокоиться. Мы живем в бурно меняющемся мире. Катастрофы подкарауливают на каждом шагу. Именно поэтому надо постараться обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем.